Он даже человек бесстрашный. Если учитель остановит в темном переулке вооруженный бандит и скажет: «Отдавай часы», учитель настоящий скажет: «Часы не отдам, классное руководство забирайте». Так в школе-гимназии «Мрия» начался праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. Вместо привычных цветов ученики и родители подарили любимым педагогам КВН – математический. А почему решили вместо цветов и каких-то классических подарков подарить сегодня вот такой КВН учителям? Ну, не знаю, у нас сами учителя необычные, и они как бы из-за того, что они необычные, требуют необычный подход и подарка. Чтобы поднять им настроение, и чтобы они прожили больше. Команды соревновались в скорости реакции на задания, знание правописания математических терминов и умение видеть цвета вместо слов. Зеленый, красный, синий, желтый, синий, черный, красный, синий, зеленый, черный, красный, желтый, зеленый, синий, черный, синий, красный, зеленый. Всем педагогам я бы хотела пожелать здоровья и терпения. А педагогам Мрии такой же душевности, какая у них есть, пусть она остается у них всегда. Ну, во-первых, терпимости, улыбчивости и понимания учеников. Ведущими мероприятия стали выпускники школы-гимназии «Мрия». Сегодня Эрик и Влад – студенты третьего курса университета имени Мечникова. Спустя 3 года после выпускного бала посмотрели иначе на школьное образование. Оно имеет самое большое, наверное, значение из всего, что я знал до того, как поступил в университет. Все знания в университете накладываются исключительно на школьную программу и подготовку. Всем педагогам я хочу пожелать, чтобы дети всегда ценили ваш труд, потому что мы очень поздно начинаем понимать, как много вы для нас делаете. Каждый конкурс по 10-бальной системе оценивало строгое жюри. Но победили в итоге дети, чем порадовали и педагогов, и, конечно, команду соперников. С Днем Учителя! Всех педагогов поздравляют Наталья Костенко, Валентин Мирза и весь 7-й канал.